У нас сегодня с вами, конечно же, поздравлялки структуры Кононовых, и это огромные, крутые поздравлялки, по-другому я их назвать не могу, потому что, ой, тот прирост, который мы с вами сделали, он просто невероятный, это... Вы огромные молодцы, вы трудились, вы делали подарки всем на 8 марта, вы оформляли призовые наборы и так далее, и так далее. Вы хорошо очень рекрутировали, потому что к нам прям 6 человек в час регистрируются, и это уже очень хороший показатель. И, конечно же, всем желаю в первую очередь выйти на именно такой показатель. Почему? Потому что, ну, вы представляете, да, вы так поработали немножко, легли спать, утром встаете, а у вас без вашего участия там прошло 10-15 регистраций, да, потом вы, да, вот через год очень активной работы, да, допустим, с утра встаете, а у вас уже 100 регистраций в сутки проходит, да, а вы, допустим, в этот день вообще были на выходном. Конечно, чтобы к этому прийти, вначале нужно очень активно самим рекрутировать, и это очень-очень важно. Да, это, конечно, было бы мега-супер. Конечно, мы сегодня с вами будем подводить итоги по каталогу номер 4 2018 года по структуре Кононовых. И, конечно же, рекордный товарооборот мы с вами сделали именно по итогам 4-го каталога. До этого такого рекорда не было. Пойдем на 300 тысяч баллов. Кто со мной пойдет на 300 тысяч баллов? Вот, смотрите, рекордный товарооборот 288 тысяч баллов. Это радость, это та самая радость, мы с вами побили рекорд. Прирост по сравнению с прошлым каталогом двухнедельным был 60 тысяч баллов. Ну, это вообще невероятно. Такого прироста тоже не было после двухнедельных каталогов. Но смотрите, по сравнению с прошлым рекордом, да, наш с вами прошлый рекорд, это был 277 тысяч с половиной баллов, да, то есть сейчас прирост 10 тысяч. То есть мы с вами выросли. 288 тысяч баллов в структуре Кононовых еще ни разу не было за все 3 года. Вы огромные молодцы. Вы супер трудяшки. И я тружусь вместе с вами. Я болею за каждого из вас. Спасибо вам огромное за доверие, за ваши вопросы ко мне в личку. Спасибо за то, что вы хотите стать выше, успешнее. За то, что вы хотите зарабатывать от 100 тысяч и выше для себя, для своей семьи, для будущего своих детей. И это, конечно, круто. Когда новичков к нам пришло, это тоже рекорд. Это тоже рекорд. Обратите на это внимание. 3524 новичка. Наших тут регистраций 50. Остальное сделали вы. Остальное сделали вы, дорогие коллеги, дорогие наши восходящие звезды, дорогие наши директора. И это мощный результат, это крутой результат. Новичков поздравляем за то, что вы пришли в самую лучшую команду на свете. Вот. И это, конечно, 160 человек в сутки к нам с вами приходит в структуру Кононовых. Это невероятно крутой результат, и я горжусь тем, что у меня в структуре такие сильные лидеры, такие классные лидеры, которым все нипочем, которые идут, да, то есть бегут за своими званиями, растут за своими званиями, планируют свои результаты. И, конечно, самый главный результат – это запланировать, чтобы вы зарабатывали, ну, хотя бы не менее 100 тысяч. Я думаю, что 100 для начала будет очень даже хорошо. Так ведь, дорогие коллеги? Хватит для начала, а потом пойдем с вами выше. Вот. Ну что ж, смотрим, у нас с вами по итогам каталога номер 4 открыто 4 лидера 12%, 4 лидера 15%, 1 лидер 19%, запахло директорством, скоро будет директор. Также у нас с вами открылся один новый директор и 2 старших директора. И, конечно же, премии получили у нас с вами в структуре 2 лидера. Да, мы огромные молодцы. Итак, конечно же, у нас с вами еще есть новые VIP-уровни, новые VIP-консультанты. Во-первых, это Юлия Казанская, VIP-консультант, 4-й уровень. Юлечка, молодец, мы тебя поздравляем. Катя Соцкая есть тоже, чем гордиться, потому что
Это лидер Кати Соцкой, поэтому, Юлечка, только вверх, желаем тебе серебряного. Далее, Ирина Подзолкина, VIP-консультант, 4-й уровень. Вот, это гордость Ольги Пениной. Поздравляем Ириночку. Скоро поместим фотографии, как Коля вернется с Греции на доску почета, дорогая наша. Вот. И далее, конечно, у нас есть с вами новые VIP-консультанты по итогам 3-го и 4-го каталога, которые до сих пор не выслали фотографию. Может быть, не хотят поздравляться, может быть, они не видели объявления, но я хочу все-таки все равно их поздравить, потому что это труд. Это более 18 периодов подряд, 17 теперь уже стало, да? Нет, 18, да, более 18 периодов подряд эти консультанты делают личный объем, личный заказ от 100 баллов и выше. Поэтому, конечно же, поздравляем Волкову Наталью Михайловну. Выпала? Куда выпала? Меня видно? Меня видно? Меня слышно? Вроде бы я не выпадала. Все, спасибо. Поехали с вами дальше. И новые VIP-консультанты по итогам 4-го каталога. Да, сейчас у нас идет 5-й. Это Гунько Анастасия и Исаева Александра и мужчина Даминов Надир. Будем очень рады, если вы все-таки вышлете нам свои фотографии, и мы вас пригласим на доску почета. Всем, конечно же, аплодисменты всем VIP-консультантам. Ждем новых VIP-консультантов, и я уже предчувствую, что их будет намного больше, чем в этом каталоге. Почему? Потому что очень много, когда я распечатывала распечатку по личной группе, я видела очень много, что у них уже VIP-стаж 17, 17, 17, 17, да, то есть остался один каталог, и будет VIP-консультант с уровнем 18. Поэтому ждем, ждем, ждем. Будут новые поздравления. Огромные молодцы. Вот. Итак, итоги каталога также нам хочется подвести по открытым топ-лидерским и директорским квалификациям. Кто же наши новоиспеченные звезды? Во-первых, это старший лидер, 12%, Елена Губич, Беларусь, город Липель. Елена, желаем тебе поскорее разобраться в путеводителе топ-лидерства обязательно, да, я думаю, в чате ты уже увидела закрепленные там 15 вебинаров, которые нужно пересмотреть. Желаем тебе в покорении своей команды как топ-лидера, как спикера, да, то есть, конечно же, 1000 баллов по структуре – это очень даже и немало. Также у нас есть новый старший лидер от 12%, также 1000 баллов по структуре. Анна Бочарь, Россия, город Саки или Саки. Первый раз такой город писала и первый раз читаю, поэтому, к сожалению, не знаю ударения. Вот, Анютя, также, да, спецзадание, как новоиспеченному топ-лидеру научиться лидерскому сопровождению. Саки, да, спасибо огромное. Вот как хорошо, одна голова хорошо, а 120 лучше. Ну что ж, новый топ-лидер проекта, старший лидер, 12%, 1000 баллов по структуре, Юлия Никифорова, Россия, поселок Алексеевка. Юля выслала, наверное, свою самую счастливую фотографию, потому что это, конечно, здорово, это почетно стать топ-лидером команды, но еще почетнее входить в директорский состав проекта, поэтому мы вас всех, дорогие топ-лидеры, ждем в директорском составе проекта. И, конечно, хочется сказать, и уже не первый раз повторяюсь, что растут у нас, и это уже 100% подмечено, только те, кто заботится о своих новичках, только те, кто печется за рост новичков в своей команде, да, вот только они растут, и вот только их забота делает и в звании выше самих топ-лидеров. Итак, новый топ-лидер проекта, старший лидер, 12%, структура от 1000 баллов, Любовь Коновалова, Россия, город Ярославль. Поздравляем Любочку, умница, красавица, только вверх, только вперед. И у нас с вами появилось новое крутое звание, это Светлана Бурехина, это гордость Вали Щенниковой, старший вице-директор, все, я накаркала.
Вице-директор 15% от 1500 баллов по структуре. Россия, город Находка. Очень интересный город. Ну что, Света, желаю тебе дальше идти за своей наставницей, желаю тебе дальше расти. Ты огромная молодец, вот, огромная умница. И, конечно, мы гордимся таким крутым пополнением своей структуре. Валентиночку с новоиспеченным топом. Я знаю, какая-то радость. Я видела, как Валя вела... как даже сказать, как Валя проводила поздравления общепроектные, да, и прям рада-рада была и поздравляла свою Свету, ну, это, конечно, да. Валь, когда у тебя откроется драгоценный директор в структуре, мы вообще будем в обмороке падать, потому что когда у меня открылся первый серебряный, первый золотой, ой, я не знаю, я на таких небесах от счастья была, это просто было не описать. Вот. Ну что ж, новый вице-директор Светлана Ванькина, Россия, город Орехово-Зуево. Это 1500 баллов по структуре. Это, конечно же, пройдено полпути до уровня директорства. Поскорее всех зовем в директора. Конечно же, поздравляем счастливую директрису-наставницу Танюшку Шалобродову. Она огромная умница. И, конечно, у человека, который взял быстрый старт, да, как Таня Шалобродова, как Валя Щенникова, конечно же, в структуре есть такие же активные растущие лидеры, повторяющие своих наставников. Девчонки, огромные молодцы, хорошо ведете структуру, помогаете, да, то есть это уже как бы глубина Вали Щенниковой у нас получается, да, это уже новые будущие директора, будущие драгоценные директора Танюши Шалобродовой. Угу. Тоже моя, да, тоже моя. Ну что ж, поздравляю также топ-лидера проекта, вице-директора, 15%, Елена Горинова, Россия, город Йошкар-Ола. Ой, Леночке хочется петь оды. Почему? Потому что она очень часто мелькает на поздравлениях, очень активно помогает всем в чатах расти, работать, развиваться. И это... не просто лидер, это очень, очень отзывчивый, добрый лидер, который без ответа не оставит никого. Всегда вносит в чаты только позитив. Никакого там недовольства, знаете, есть, да, лидеры, которые там могут побунчать, еще что-то. Леночка, это супер позитивчик. Это, конечно же, я с ней виделась. Это добрая, милая, скромная девчонка, которая уже оживает. Скоро мы будем открывать ИП, да, 15%. Уже задумывайтесь об ИП, об ГОНК обязательно. Спросите у своих директоров, что это такое. Леночка у нас живет в России, город Йошкар-Ола, но она к нам приезжала в Казань на встречу, мы с ней виделись, вместе пили чаек, вместе фоткались, да, и так далее. Вместе сидели в номере, весь вечер проболтали, да, то есть, конечно, вдвойне приятнее поздравлять человека, которого, ну, вот видел глаза в глаза, и не то чтобы вдвойне приятнее, а то, что как-то вот, знаете, Лена, она такая вот позитивная, приятная, к ней тянется душа и сердце, вот она, вот прям доброта такая вот, поэтому, Лен, желаю тебе поскорее прийти в чат директоров и поскорее тебе рассказать свою историю роста, свою историю успеха. Да, дочек сразу готовим на директорство, не ниже. Мариночка Лукьянова. Тоже недавно виделись с Мариночкой. Где? Да, то есть мы, когда ездили отдыхать в Таиланд, мы проезжали через город Екатеринбург. Конечно же, с Мариночкой там же мы и встретились. Она к нам приезжала на встречу дважды, пока мы улетали туда, потом мы улетали обратно. Вот. И, конечно, приятно тоже поздравить Мариночку. У нее была сложная ситуация в семье, в нее никто не верил. Вот. Но... зато Марина верит сама в себя. И Марина начала открывать новые уровни. Марине совсем чуть-чуть не хватило до 19%, поэтому, может быть, в этом каталоге мы Марину будем ждать не на 19%, так как ей чуть-чуть не хватило, а уже, скорее всего, на 23%. Но вот лично я в это верю, я в это желаю, Марин, поскорее тяну тебя в директорский состав, поскорее, потому что ты это заслужила. Ты огромная умница, Марина тоже очень много
много помогает в чатах, помогает всем подряд, неважно, из ее структуры лидер или нет, и это, конечно, будет возвращаться ей потом втройне обратно, потому что и ее новичкам будут помогать, пока мы будем, допустим, куда-то ездить, да, в разные страны мира, отдыхать и все такое прочее. Конечно же, это касается всех топ-лидеров. Когда они помогают в чатах, то потом, конечно же, и вашим новичкам помогут. Итак, новый топ-лидер проекта, простите, старший вице-директор, 19%, 2000 баллов по структуре, всего лишь 1000 баллов до директора, Ольга Дерябина, Россия, город Самара. Олечка, очень часто мелькаешь. Я не удивлюсь, если скоро ты выйдешь на 23, потом ты выйдешь на старшего. А так как ты заботливая и классная, позитивная наставница, в скором времени ты выйдешь на серебро. И я прям чувствую, что если ты не свернешь с пути и будешь делать именно те действия, которые тебя приводят к этому результату, мы очень скоро дождемся тебя и в драгоценном составе проекта, а не просто даже в директорах. Мне кажется, что Оля все по плечу, потому что Оля — это, во-первых, прилежная ученица проекта. Она ходит на все вебинары, и у нас был случай, когда Оля с 12% упала на 6%, вот, и когда она написала мне, мы с ней начали потихоньку расти, и вот Оля — это тот лидер, который встал после падения. Да, это тот лидер, который встал после падения и пошел и переплюнул уже свой уровень на 2 ступеньки. Да, поэтому Олей я очень горжусь и очень горжусь. И прям, Олечка, зову тебя поскорее, выше. Очень хочется послушать твою историю успеха, да, когда ты уже придешь к нам в директорский совет проекта. Да, Оля, ждем тебя обязательно, ну, как минимум директора, и давай уже к нам скорее. Итак, новый директор, 23%, Елена Конзина, Россия, город Барабинск. Мы виделись с Леночкой вживую, как говорится, да, а Лена приезжала к нам в Новосибирск на форум, забыла сказать форум, вот, приезжала к нам в Новосибирск на форум. Елена — это тот человек, который переборол в себе все свои сомнения и пошла с новой уверенностью на новые уровни. Лена, ты огромная молодец, верь в себя дальше, не сворачивай с пути, ждем тебя в драгоценный состав проекта, у тебя отличная команда, заботься о них, активно рекрутируя, ты быстро выйдешь на все результаты. Конечно же, ждем историю успеха от Леночки. Обязательно ждем. Обязательно хотим, чтобы Лена поделилась с нами своими результатами. Вот. Очень хочется послушать. Метод приглашения, ну, у всех разный, да, кто-то работает на земле, кто-то в интернете, кто-то совмещает, да, то есть тут все по-разному. Поэтому, если вы желаете услышать Ленину историю успеха, и причем поскорей, потому что 3000 баллов Елена сделала самостоятельно, мы не регистрировали под нее людей, мы немножечко ей помогли, вот тут буквально на днях, но до 19% Лена росла и вела свою команду сама, и это очень уважительно. Поэтому, оба, 4 апреля, отлично, ждем Ленину историю успеха. Вот, Леночка, поздравляем тебя, 3000 баллов, это только начало. Что теперь же нам нужно сделать? Нам нужно сделать так, чтобы наши девчонки в нашей с тобой команде как можно больше зарабатывали и тоже открывали статус директорства. Поэтому драгоценный директор у тебя не за горами. Да, то есть директор, сам директор, это такой волнительный, гордый момент. И когда хочется всем подряд говорить, я открыла директора, да, директор — это круто, директор — это уважительно. Но если ты обычный директор со структурой в 3000 баллов, мы должны сейчас понимать, что наши лидеры тоже хотят денег, тоже хотят зарабатывать, тоже хотят идти вверх. И, конечно, наша сейчас задача, как директоров, стать драгоценными директорами.
стать драгоценным директором и, конечно же, помочь своим девчатам выйти на доход от 30, от 40 тысяч рублей. И это сейчас наша миссия, да? Сначала Лена росла сама, сейчас ее миссия сопровождать и обучать тех, кто пошел за ней. Конечно же, Леночка, я знаю, что ты оправдаешь ожидания своей команды, и это очень-очень важный период в твоей жизни. Это 3000 баллов. И самое главное, что ты переборола себя, и мне очень приятно, и прям приятно-приприятно тебя поздравлять. Ты огромная умница. Да, ждем историю успеха. Очень хорошо. Итак, дальше. Новый топ-лидер проекта. Старший директор от 5000 баллов по структуре Мария Зелик. У Марии уже есть свои директора в структуре. И не один, а два директора. Вот. И это, конечно, круто, это здорово. Машенька, ты заботливая, умная девчонка, классная. Конечно же, ждем тебя поскорее в драгоценном составе проекта. Конечно же, рада за тебя, что твоя зарплата увеличилась, ты стала старшим директором, у тебя стало 5000 баллов по структуре. Конечно же, растем, растем выше, 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 выше. Россия, город Бийск, забыла сказать. Ну что ж, еще у нас есть один топ-лидер проекта. На данный момент Наталья, она... Вы знаете, самая, наверное, активная по вопросам в личку, и мне это очень нравится, и я чем-то в Наташе вижу себя. Вот если я начну заниматься еще вот профессионально спортом, как занимается Наташа, да, потому что когда в Москве на мини-ассамблее я обняла Наташу, это просто, я не знаю, это одни мышцы, да, то есть она такая сильная, такая подтянутая, такая классная, и так было здорово с ней познакомиться и посмотреть на нее, да, Наташа это не только умница, красавица и спортсменка. Наташа – это очень человечный лидер, очень заботливый лидер, который ведет свою команду за собой, ни в чем не сомневаясь, которая на все негативы всегда отвечает позитивом, которая даже в самом плохом находит плюсы и понимает, что можно найти плюсы в чем угодно. Мы с Наташей очень тесно общаемся, виделись всего лишь один раз. Очень хочется увидеться с Натальей на ассамблее в Сочи. Скорее всего, Наташа, тебе доступен билет. Леночке Конзиной тоже, наверное, доступен билет. Посмотрите, да. Наташа – это тот человек, который уже выполнил условия на Турцию за наш счет, поедет вместе с нами в Турцию. И это тоже круто, это тоже здорово. Всех-всех поздравляю. Кстати, Елена Конзина тоже кандидат на Турцию, да, но нужно постараться, постараться и нагнать 3000 баллов обязательно. Поэтому давай, Леночка, старайся, мы в тебя верим. Наташу уже все берем с собой, пусть Наташа пакует чемоданы, делает загранку. Вот, поэтому, конечно, Наташа – это тот человек, у которого лидеры постоянно мелькают на встрече структуры Кононовых, на планерках, на поздравлениях. Это тот человек, у которого не только у самой хороший рост, но и ее топ-лидеры очень хорошо растут. Дорогие топ-лидеры Натальи Анисимовой, отпишитесь, напишите «Я», и мы увидим с вами, что и сегодня топ-лидеры Натальи поздравлялись. Да, вот Леночка Горинова тоже очень часто мелькает в поздравлениях, и, конечно же, повторяет за своей наставницей. Конзина точно поедет, мы ее отправим. Валентина, болею за таких людей. Да, Любовь Коновалова, да, смотрите, прям звездная команда, да. Все топ-лидеры практически поздравились. Кто в этом каталоге? Ну, им чуть-чуть кому-то немножко, как сказать, даже кому немножко не хватило до нового уровня. Я думаю, что Наташиных лидеров мы будем поздравлять на следующей планерочке, да. То есть, Наталья, ждем тебя выше, выше. И, конечно, у Наташи цель бриллиант. Я, конечно, проболтаюсь. Вот. Почему бриллиант? Потому что именно на бриллианте вы будете и отдыхать за счет компании, вы будете получать бонус стабильности, бонус развития. Да, то есть вы будете получать все. Все, все, вообще все привилегии от компании вы будете получать. Поэтому, ну, грех, как даже сказать, ну, и выплаты там уже, да, более 200 тысяч, по-моему, и премия за бриллианта 330 тысяч, да, поэтому я понимаю, куда Наташа наметилась, да, то есть, ну, и, конечно,
Бриллиант — это очень серьезная цель. Почему? Потому что это 6 человек, которым Наташа реально поможет зарабатывать реальные деньги. Понятно, что бриллиант не сможет стать бриллиантом, если под ним не будет 6 директоров, которым она поможет подняться. Да, и вот сейчас Наташа старается, да, то есть помогает своим девчонкам, помогает им растить ветки, проводит им очень много планерок. Я подписана на YouTube-канал Натальи, там только дзинь, планерка, дзинь, планерка. Ну, круто, круто. Берите все пример с Натальи, с ее команды, с ее быстро растущей команды. Наташечка, прям целую тебя, а ты огромная молодец. Дальше у нас с вами есть кандидат драгоценные директора. Это серебряный директор Валентиночка Щенникова. Виделись с Валентиночкой один раз на мини-ассамблее и на основной ассамблее. Конечно, очень приятно поздравлять, да, то есть это наставница от Бога. Она еще думала, откроет она, не откроет она. Ей сначала оставалось 80, 160 баллов, потом 80 я смотрела, да, потом уже в последний день ей оставалось 60 баллов. И вуаля, да, то есть ее Света Бурехина открывает 19%, и Валя открывает серебро. Молодец, Валечка, поздравляем тебя. Твои лидеры сами за тебя решили, открывать тебе серебро или не открывать. Вот, поэтому низкий поклон твоим лидерам за то, что у нас такой крутой появился новый уровень в нашей команде. И это, конечно, здорово и классно. Вот, Валентина Щенникова — это тот человек, который с полуслова, с первых слов на вебинаре приковывает к себе взгляд, и никогда вы уже не сможете оторваться, пока вебинар не закончится. Сколько раз я смотрела, да, и честно вам скажу, что когда вот у лидеров, да, даже высокого ранга бывают какие-то вот грустные моменты, упадки, там, может быть, ребенок заболел, да, то есть вот родители заболели, еще что-то, да, и это выбивает, выбивает из колеи, и чувствуешь, что мало сил на жизнь, на вдохновение команды, да, то есть мало сил на вебинары. И вот Валя Щенникова тогда, вот знаете, грубо говоря, меня спасла, потому что когда я, посмотрев ее вебинар, я засучила рукава и начала снова активно работать. И, Валечка, низкий тебе поклон за то, что ты такой крутой, сильнейший лидер, который вытащила меня когда-то. Вот, да, для меня это прям, я не знаю, мне до слез приятно, что в моей команде есть такие сильные люди, лидеры, которые могут вдохновить не только свою команду, но еще и могут вдохновить своих наставников. Я безумно счастлива поздравлять тебя с серебряным директорством. Конечно, жду тебя в бриллианты и буду очень рада поздравлять тебя в бриллианты. И, конечно, если я сейчас разревелась из-за серебра, если я сейчас разревелась от серебра, то, мне кажется, от бриллианта я вообще в обморок упаду. Ну что ж, Валентиночка, поздравляю. Конечно, только выше, только лучше. Ты самый лучший мотиватор на свете, я бы так сказала. Ну что ж, также у нас с вами есть итоги каталога. Наши новички по закрытым директорским квалификациям. Простите, слово новички не убрала, но наши новые лидеры по закрытым директорским квалификациям. Да, от радости бывает у меня такое. Вот, это, конечно же, гордость Таисии Григорьевой. Это новый директор, 23% Виктория Калужонок, Беларусь, город Полоцк. Викуся, мы за тебя болеем. Поскорее отстраивайся на старшего директора. Мы очень ждем тебя в статусе старшего директора. Не представляешь, как. И Тая, и я обе за тебя прям переживаем и ждем, ждем, ждем. Молодец. С премией тебя, я думаю, найдешь, куда потратить, да? Неплохая сумма, да, это по России 55 тысяч русских рублей по итогам 4-го периода. Помимо своих выплат, Виктория получила на свой счет.
Также поздравляем с премией и, конечно же, наставницу Викторию. Это семья Таисия и Арсений Григорьевы. Тая и Арсений Григорьевы и, кстати, Татьяна Шалобродова тоже участвовали в разработке нового обучения. А вот кому низкий поклон. Это девчонкам, которые себя вкладывали не один месяц для того, чтобы 9 января у нас с вами стартовало новое обучение. Вот. Все вы, наверное, видели в новом обучении вебинары Таи по планированию, по маркетинг-плану и так далее. Да? То есть Тая, конечно, это супер-лидер, который не любит кичиться, не любит хвастаться, но делает очень многое для своей команды. И это, конечно, огромная молодец. Но, Таечка, наша профессия состоит в том, чтобы пиарить свой результат, чтобы пиарить себя, чтобы пиарить свою команду. Поэтому хватит скромничать, выходи на просторы интернета и кричи всем про свои премии, про свои доходы, про свою крутую команду, которая у тебя получила премию тоже, да, так же, как и ты. Это нужно обязательно рассказать везде и всюду. Потому что именно на результат, именно на поздравления команды к нам с вами приходит все больше и больше людей. Потому что в первую очередь людей волнует? Это, конечно же, деньги. В вторую очередь это, конечно же, признание, да, потому что на работе по найму, ну, хоть вообще живите там, да, вам, ну, грубо говоря, ну, заплатят за переработку и все, да. Конечно, только в нашей компании, в нашем проекте возможно такой каскад оваций, такие крутые чеки на сценах, да, когда залы встречают вас стоя, когда мы вам аплодируем, когда мы всей душой болеем за вас, за ваше новое открытое звание, да, то есть наша профессия, она очень добрая, она очень классная, да, и слава богу, в отличие от работы по найму, мы никогда вас не подсидим, не захотим занять ваше место, мы будем только рады, если вы будете все выше, все лучше и все смелее, да, то есть желаю, конечно же, Тае и Арсению побольше смелости, потому что это единственное, что им не хватает, а так у них все есть, да, то есть отличные вебинары, отличная работоспособность, отличная, хорошая, быстрорастущая команда, но все есть. Фу-фу-фу. Вот самое главное сейчас начать учиться быть смелыми и пиарить свой результат, что тоже очень важно. Ну что ж, а это мои любимчики. Это рубиновые директора Абдурахмонова Райхана и Авлихаджаев Джахангир. Проживают они в Таджикистане, в городе Нау. Скажите, пожалуйста, кто видел их историю успеха? Через какие тернии вот к таким вот к звездам они прошли, чтобы получить вот эту премию в 220 тысяч русских рублей? Никто не видел? Или опять задержка? Да, вы знаете, у них была такая история, что они работали в компании, которая была нелегально, нелегально на их территории Таджикистана, и они, грубо говоря, да, контрабандой в кавычках перевозили этот продукт, да, то есть и очень много у них забирали на таможне, очень много у них терялось, билось, ломалось, это все они восстанавливали за свой счет, вот, и, конечно, когда я когда-то была в ее команде, давным-давно, да, 4 далеких года назад я была в ее команде, и я успешно, в принципе, делала результаты, пусть немножко и медленно, да, и, конечно, когда я ушла из команды, я Райхане сказала честно, что сначала я просто ушла, да, потому что я не планировала регистрироваться в Faberlic, да, я не планировала, потому что я столько трудов отдала на прошлую компанию, что у меня какая-то, знаете, усталость была, мне сложно было на ноги встать, еще что-то, вот, конечно, тут низкий поклон Коле Андрейко, что он со мной созвонился, мы с ним очень по-деловому пообщались, и я поняла, что даже если у меня нет сил, то он будет помогать мне и моей команде, и вот я начала потихоньку, а там, так как пошел результат за результатом, да, звание за званием, я, конечно, поймала волну и ожила, я поймала волну, ожила, и сейчас самое классное то, что
Вы не представляете, я как маленькая девочка, я прыгала от радости по квартире, когда Райхана увидела мое звание, да, и она меня не наругала, да, так как она была лидером другой компании. Она просто пришла ко мне, и мы стали с ней вместе зарабатывать. И это для меня на тот момент столько много значило, вы не представляете, сколько. Я прыгала, я скакала. Антон говорит: «Ань, да ты хоть вышли ей обучение?» Я говорю: «Да погоди, она ко мне пришла, да». Вы знаете, я ее очень любила как наставницу. И когда я уходила сюда, да, в компанию Faberlic, из той компании, мне очень тяжело было попрощаться именно с Райханой. Потому что это единственный человек на том проекте, который ко мне на самом деле хорошо, теплото с душой относился, да. И я понимала, что если я куда-то перейду, я потеряю не только наставницу, вот такую хорошую наставницу, такую классную наставницу, а еще и что-то типа вот уже человека, за которым можно идти, который очень много сложностей, да, то есть недавно у меня тоже были огромные сложности в структуре, да, тоже был нехороший случай, да, но мы все пережили, все уже позади, все хорошо, но вы знаете, вот... Когда она пришла ко мне, начала расти семимильными шагами, я под нее кого-то там начала регистрировать, помогать, поняла, что это не нужно вообще абсолютно, потому что Райхана все сама. И такой, конечно, хороший рост ей дала уверенность то, что в Таджикистане Faberlic официально работает, да, официально работает, легально, и нету проблем вот с этим вот, да, то есть вот перевозы, таможни, вот это все. Рая открыла свой ПВ, потом она его передарила, потом открыла свой второй ПВ, да, то есть она огромная умница, она создает для своих лидеров, да, она работает на земле, она собирает залы, она проводит конференции, у нее очень плохой интернет в Таджикистане, но она все равно растет, и те люди, которые хотят расти в интернете, они приходят к нам в чат структуры Кононовых, и растут вместе с нами. А те люди, которые работают вместе с Райханой и Джахангиром на земле, они уже работают с ними непосредственно, да. Да, Оксана, все верно. И получается, что у нее, в принципе, все на потоке, на мази, да, где-то она нам поможет, где-то мы ей поможем, да, вот она для нас недавно сняла все видеоролики, как оплачивать заказы в Таджикистане и туда, и сюда, да, то есть Джахангир у нее снимал, вот. И вы знаете, ну, я просто рада, что Райхана также очень быстро выросла, и сейчас она уже отрастила на две веточки больше, чем в прошлой компании, вот, и все уже начало забываться, что когда-то мы были там. Самое главное, что мы сейчас вместе, и вместе мы летали в Доминикану с Райханой, и для меня это было просто круто, когда я смотрела, как мы сидим, да, на берегу океана с Райханой, да, с моей драгоценной директрисой, с моей наставницей, да, когда-то. Это, конечно, очень приятно, и это абсолютно другие теплые такие вот чувства, ощущения, когда мы уже не один год до Faberlic были знакомы и уже питали друг другу довольно-таки теплые чувства. И Раечка, Джахангир, я вас поздравляю, дорогие наши, вы огромные молодцы. Если вы будете смотреть планерку или вы сейчас на вебинаре, то я, конечно, буду очень-очень рада вас прямо расцеловать. Райхана Валь действительно герой. То, что ей удалось пережить, даже вот буквально недавно на днях, на самом деле ее не подкосило, и она нашла выход из ситуации, и у нас все хорошо. Вот, Раечка, ты тут, да? Вот, целую тебя, моя дорогая, и, конечно, я сотый раз хочу повторить, что я очень рада, что ты с нами, и очень-очень рада тому, что ты продолжаешь с нами быть. Я тебя прям люблю и целую, и Джаху от меня поцелуй. Вот. Вот, ну что ж, поехалите с вами дальше. Конечно же, все новые подтвержденные статусы у нас с вами закончились. Мы поздравляем лидеров с подтвержденными званиями, открытыми новыми. Вы все огромные молодцы. Вы все хорошо потрудились. И, конечно же, ура в первую очередь вам, дорогая команда. Ура нашим директорам нашего проекта, которые неустанно не перестают проводить вебинары. Да, наши лидеры Оля Пенина, Оля Дубенко,
Кобяга, Валя Щенникова, Танюша Шалобродова, кто еще у нас выручал команду, кто проводил вебинары, кто ведет весь проект за собой, а не только своих, тот, кто болеет общим делом, знаете, мы на вашей стороне, мы всегда вам поможем, чтобы у вас не случилось, потому что мы вас уважаем вдвойне, потому что вы не где-то там в уголочке сидите, а вы работаете на проект, вы помогаете нам, мы будем помогать вам. Всех целую, всех люблю, огромные-огромные умнички. Браво! Бурные аплодисменты всем нашим открытым топам, открытым директорам и подтвержденным новым статусом. Да, и, конечно же, самой крутой премией за рубинового директора – это 220 тысяч русских рублей. Это, конечно, круто. Когда я получила эту премию, я долго сидела, думала, куда деть. Куда деть? Куда же денем? Да, то есть вот прям у меня было такое вот, куда столько много деть? Итак, конечно же, у нас с вами ежекаталожно проходит 3 конкурса для всех, кто находится в структуре Кононовых. А если новичок зарегистрировался вчера, в принципе, да, он тоже может участвовать, если, да, допустим, он по итогам 5-го периода уже, допустим, в 4-м сделал заказ на 50 баллов и вышел на 3% с помощью своего рекрутинга, своей структуры. И, конечно же, это здорово, это классно, и уже новичок может участвовать, да, это что-то типа лотереи, как вы понимаете. Розыгрыш проходит через генератор чисел между лидерами, которые делают 50 баллов по всей структуре Кононовых. И, конечно же, разыграно у нас с вами будет 1500 рублей между 3 участниками по 500 рублей на случайный регистрационный номер. Скриншоты мы с вами выкладываем каждый раз в разные плейлисты, которые, ой, в разные папочки, да, в разные альбомы, простите, которые я выкладываю именно в первый день или второй от начала каталога. Ну, тут недавно были всякие разные перерасчеты, мы все это ждали, пережидали, да, то есть вот это все иногда, конечно, позже я выкладываю плейлист, да, ну вот в этом периоде перерасчетов никаких не было, мы шли как ведем, и поэтому плейлист у нас с вами появился прямо в первую ночь от начала каталога 5-го, да. И, конечно же, по скринам мы сейчас с вами разыграемся. Так, минуточку, сейчас я вам скину ссылочку. Ссылочка уже закрыта, туда никто ничего уже не может добавить. Все проверено, чтобы были регистрационные номера обязательно. Чтобы выкладывание 2, 3, 4 скринов было удалением участников с розыгрыша, да, то есть только по одному скрину, да, и если выигрывает директор и выше, он сам выбирает призера в своей команде, да, также может между своими лидерами, которые делают там 50 баллов, эти 500 рублей дальше разыграть. Вот, значит, наш с вами плейлист. Сейчас я открываю, так, минутку, для начала я открою рабочий стол, запущу публикацию экрана и нахожу генератор чисел. Поставьте пока плюсики. Мне хотя бы 5 плюсиков, что вы меня видите. Так, генератор чисел. Enter. Так. Ну, как обычно, наш привычный с кучей рекламы. Итак, у нас с вами пойдет, так, 3 человека. Так, подождите-ка минуточку, я там кое-что забыла. Я сейчас удалю скриншот своих выплат, потому что я ж не буду. А, вообще-то давайте со второго тогда начнем. Со второго и по, со второго по 136 с вами сделаем. Вот так вот, да, чтобы я не участвовала, а то как-то не хочется самой себе что-то дарить. Так, минутку, еще раз. 136. Так, 136. Ну что ж, исключаем с вами повторение и нажимаем, та-дам-да-дам, сгенерировать. Значит, 30, 38 и 54. Ну что ж, дорогие призеры, призы не переведутся, пока фотографии в личку не скинете. Мы решили делать так. Почему? Потому что очень многие не высылают фотографии, а другие ждут, другие хотят поздравиться. Поэтому давайте с вами будем вот так. Итак,
Давайте смотреть, кто у нас с вами выиграл. Во-первых, 30, ну, где-то давайте отсюда начнем. Да, 27. Так, 28. Так, это 29. Валентина Ануфренко. А нет, Валентина Алонская. Валечка, поздравляю, по-моему, ты выигрываешь первый или второй раз. Очень-очень мало у тебя было выигрышей. Валентина Алонская. Огромная умница. Это у нас лидер 12%, которая ведет очень классные вебинары по продукции. Итак, далее 38. Так, пролистала призера. 38 у нас с вами Парфенова Галина Амирханова. Парфенова Галина, умница, поздравляю. И 54, сейчас будем далеко листать. 53, 54. У нас с вами Гажуловская Ольга. Первый раз Ольга выигрывает. Поэтому запишу регистрационный номер. Итак, 707. Ух ты, сколько семерок. Смотрите, какой счастливый номер. 773 и 703. Вот, значит, скрины у нас с вами разыграны. Огромные все молодцы. Всех поздравляем. Ждем ваших фотографий в личку, особенно от Ольги, которая призер впервые, поэтому очень бы хотелось у Гажуловской Ольги получить фотографию, чтобы ее поздравить в чате. Дорогие наставники, чей новичок, обязательно ему сообщите. И далее мы с вами пойдем смотреть рост. В этом каталоге у нас с вами участвует 11 человек по итогам «Мой рост». Что это за конкурс? Я позже вам расскажу всем. Мой рост, значит, у нас с вами идет 11 человек. Участвует, значит, 11 человек в розыгрыше. И 5 человек выиграют сейчас по 1000 рублей. 5 человек с 1 по 11. Сгенерируем. Значит, это 3, 4, 2... Так, 2, 3, 4, 9 и 11. Та-дам-да-дам. Пойдемте с вами смотреть, кто же наши звезды. Итак, 2. Ольга Дерябина. Оль, ну принимай овации. Это, конечно, только твой позитив. Вот ты так настроена, что вот так у тебя и получается. Почти что на каждой планерочке Олечка выигрывает. Так, 3. Наталья Курбанова. Четвертый. Так, прям по порядку, да? 2, 3, 4. Боюсь ошибиться. Так, четвертый. Ольга Тарасевич. Та-дан-да-дан. Так, девятый. Веселова Валентина. И 11 у нас Анара Султанова. Второй раз Анара выигрывает. Огромные молодцы, девчонки. Молодцы, что участвуете. Участвуйте дальше. Сейчас посмотрю переписочку. Все ли хорошо? Олечка, Анара у тебя, да, в команде? Ну, молодцы, вдвоем, значит, победили. Валя за свою Валю. Поздравляю, да? Все хорошо, да? Не вижу, может быть, какие-то еще ошибочки. Но все здорово. Итак, далее у нас с вами 19 участников изюминки. Позже я вам расскажу условия тем, кто их не знает. Так, 19 участников изюминки.
Значит, 5 случайных чисел от 1 до 19 выбираем, исключаем повторение и нажимаем «Сгенерировать». Итак, 5, 13, 15, 18, 19. Ну что ж, пойдемте смотреть. Та-дам-да-дам. Так, это у нас изюминка. Так, 4, 6. Ой, а почему так? Давайте перезагрузим. Пятого нет. Куда-то делся пятый, видели, да? Сейчас ждем. Немножечко висит из-за записи экрана, из-за демонстрации. Так, пятый. Ольга Курьянинова. Так, а 19-го у нас ведь получается нету теперь. А, нет, есть. Ольга Курьянинова. Ольга Курьянинова. 13. 13, 13, 13. Веселова Валентина. Валечка, ну ты супер. Поздравляю. Так, далее 15, 15. Анна Кононова. Я переразыграю, простите. Так, вот отсюда не удалила, к сожалению. Так, 18. Вероника Тузикова. Вероника только сегодня мне скинула и спросила, я успею поучаствовать. Смотри, как здорово, Вероника, ты выиграла, ждем твое фото. И 19 тоже Елена Тимошенко, тоже сегодня только вот прям за час до планерочки скинула и победила. Огромная молодец. Так, ну что ж, сейчас мы с вами будем разыгрывать еще один. Один из 19, и желательно, чтобы он у нас не повторялся. Значит, один номер. Так, генерируем. 10. 10 у нас не было. Так, сейчас посмотрим, кто у нас под номером 10. Так, 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 так. Надежда Фомичева. Надю поздравляем. Очень часто участвует, активно участвует. Огромная молодец. Да, уж всех, наверное, насмешила, забыла свой ролик удалить. Так, ну что ж, всех поздравляю, все огромные молодцы. Всем, всех жду фотографии обязательно. Вот, так, где у нас презентация? Капризничает, да? То есть, смотрите, конкурс по скринам мы с вами изучили, и сейчас мы с вами изучим конкурс изюминка. Что такое изюминка, да? То есть, вы все делаете заказы и идете, кто по стартовой программе, кто просто подарки получает, да? Вот я получила 10 подарков по программе Faberlic Club, я прям этот ролик туда и вбабахала, да? Ой, не по программе Faberlic Club, а по твой бонус, да? Твой бонус, карточки твой бонус, вот. Поздравляю, поздравляю, молодцы, да? И что у нас с вами получается? Любые призы, VIP-привилегии и так далее, да, их может быть огромное количество, да, любых акций в компании Faberlic, в них можно даже запутаться, да, и все, кто участвует в этом конкурсе изюминка, могут снять видео и показать вот этот приз или через свой рабочий кабинет, да, то есть голосом снимать через свой рабочий кабинет, или вы можете легко и просто отснять свое видео вот так вот показать, да, вот, к примеру, кстати, еще пока не убрала, вчера снимала обзор, вот это как раз зубная паста мне пришла за 1 рубль, и я про нее сняла, и я про нее рассказала, вот так вот, прям на самом деле за 1 рубль, вот, по карточкам твой бонус. Можно, Танюша, нужно, восстановление по стартовой программе нужно, любые акции, главное, чтобы они были, изюминка в любой акции, да, то есть, если вы просто показали кофту, и сказали, вот она какая красивая, и все. Такой ролик на изюминку не принимается. А если вы скажете, что вот я сделала заказ, сделала кофточку, из этой мне компания Faberlic вот еще там за бонус или еще за что-то, что-то подарила, и вот вы покажете этот подарок, да, вот тогда это будет считаться за изюминку. Только, конечно, девчонки, чтобы это правда было. Так, ну что ж.
Значит, разыгрывается 5000 рублей. Счастливчиков мы с вами уже поздравили на изюминку. Да, давайте еще раз повторимся. Ольга Курьянинова, Веселова Валентина, Надежда Фомичева, Вероника Тузикова, Елена Тимошенко. Ждем ваши фотографии. И, конечно же, видео мы выгружаем, созданное нами, на свой YouTube-канал обязательно. И высылаем Ане и Антону Кононовым строго в Telegram. Простите, я не... убрала скайп, в скайп мы уже давно не заходим, вот, в Телеграм, да, то есть я его смотрю, если я нашла в этом видео изюминку, я его беру на этот конкурс, да, то есть вот, и видео добавляется в плейлист на Ютубе, да, каждый каталог, плейлист у нас с вами новый, и конкурс непрерывный, неважно, когда вы создали видео, есть изюминка видео, мы ее с вами берем, вот, можно создать 2-3 видео, да, то есть в одном видео вы покажете подарки по программе Faberlic Club, в другом видео вы покажете очередной шаг стартовой программы, в третьем видео вы покажете, как компания, допустим, по VIP-у подписала, зарегистрировала под вас людей из личного кабинета, и все три ролика я возьму. Да, и у вас повысится шанс, в принципе, на победу по генератору чисел. И, конечно же, ваш YouTube будет более востребован в итоге, если вы еще это снимете красиво, весело и по-человечески, да. Вот. Маш, прошу прощения, скинь мне их, пожалуйста. Я тебя возьму на этот рост. Ну, ты кое-что и так выиграла, поэтому мы сейчас еще доберемся до твоих поздравлений. Поэтому особо, Маша, не расстраивайся. Ой, Марин. Я почему-то всех Марин Машами называю, это у меня с детства, не обращая внимания. Вот, главное, вышли их мне в личку сейчас, чтобы я их поместила в следующий рост после этого розыгрыша. Итак, как вы поняли... Мы разыгрываем призы, и сразу после розыгрыша открывается новый плейлист. То есть я сейчас поставлю нашу вебинар, запись нашего вебинара на выгрузку на YouTube, и тут же на этом же YouTube буду создавать уже новый плейлист. Да, ни роста, ни изюминки. Гордость распирает за своих лидеров. Так приятно, когда они участвуют и побеждают. Девочки, моя Оля, Анара, Наташа, поздравляю вас. Олечка, это все потому, что ты у нас умница и красавица. Ты у нас активная, ты у нас первоклассный спикер. И вообще, мы тебя все любим. И, конечно же, твоя команда тебя тоже очень любит. Поэтому у тебя и такие классные, крутые активчики. Потому что ты подаешь им пример, свой пример. Да, они идут за тобой. И у тебя других лидеров не может не быть в команде, потому что ты сама умница у нас и красавица. Вот, ну что ж, поехали с вами дальше. Конкурс «Мой рост». Если вы на 6% и выше, вы участвуете в видео о результате за каталог «Мой рост». «Мой рост» нужно снимать не только для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, а в первую очередь для себя. А вот отправлять его на конкурс или нет, вы уже решаете сами, но мы принимаем видео. Да, то есть примерный план видео. Представляемся, представляем проект, хвалим команду свою, да, от 3 и выше звания, от 3% и выше. Хвалим VIP-консультантов своих дорогих, да, которые делают ЛО более 100 баллов и выше. Также рассказываем про количество регистраций, да, про количество людей, которые пришли в вашу структуру. Рассказываем про балловый прирост. Если его нет, можно пропустить, потому что бывают такие каталоги, как двухнедельные, да, приросты, прирастают единицы, поэтому ничего страшного, если вы не скажете о приросте, да. Также мы его выгружаем на YouTube и посылаем Анну и Антону Кононовым. Прошу прощения, не удалила в Телеграм. Телеграм мой у вас. Вот, в скайпе меня нет. Далее, значит, участвуем в денежном розыгрыше через генератор чисел, так же, как и в изюминке, ежекаталожно. Вот, участники все, кто свыше процентов и находится в структуре Кононовых. Каждый каталог, так же, как изюминка, плейлист новый и конкурс непрерывный. Неважно, когда вы создали видео, если вы подросли, если вы создали видео, прошу прощения за опечатку, то мы его, конечно же, берем. Вот. И самое важное, что вы должны знать, что плейлисты «Мой рост» и «Изюминка» доступны в открытых плейлистах YouTube Кононова и Анны. Да, то есть я их собираю все на своем YouTube. Вот, и там вы всегда можете видеть, добавили вас на участие или не добавили. И очень часто я в чатах прошу меня проверить. Вот видите, я не проверилась в этот раз, и за мной вот такой вот косяк. Прошу прощения, Олечка. Вот.
Далее, значит, о чем мы с вами еще хотели поговорить? А хотели мы с вами поговорить о том, что рекрутинг – это самое важное, это самое лучшее, что должно быть в вашей структуре. И на это нужно делать акцент минимум, пока вы не дойдете хотя бы до уровня золотого директора. Лучше, конечно, бриллиантового, конечно, лучше. И рекрутинг у нас с вами – это все. Даже если вы нашли 50 суперактивных партнеров в свою команду, ну, грех переставать рекрутировать, потому что пока ваши люди не выйдут на доход, пока ваши люди не откроют перевод денег на расчетный счет банки, об успехе думать рано. Да, то есть ваша цель – это люди, которые вместе с вами будут зарабатывать. И вначале, конечно, чтобы найти вот таких звезд в свою команду, да, каждому из вас нужно изрядно потрудиться, чтобы эту команду создать, которая пойдет потом за вами так же, как и за сегодняшними директорами нашего проекта, которых мы поздравляли. И поймите, это правда, и из года в год, и 10 лет назад, и 10 лет наперед, это все будет одно и то же. Самое главное – это рекрутирование. Вот. И, конечно же, у нас с вами был марафон по рекрутингу. Мне очень хотелось выявить самых лучших, самых активных, самых крутых, конечно же, встречаемых. Встречаем наших самых лучших, самых крутых, тех, кто ходит на вебинары, тех, кто посещает планерки, тех, кто участвовал. Да, у нас, как вы видите, самый лучший призер занял два первых места. Да, то есть у нее было больше всех заказов на баллы и больше всех регистраций в каталог. Да, то есть смотрите, Валентина Калядина. И, конечно же, Валентиночку Калядину, если ее не затруднит, мы бы хотели попросить провести какую-нибудь маленькую мини-планерочку хотя бы, да, как победителя структуры, хотя бы минут на 15-20 я дам вебинарную комнатку, все, для того, чтобы Валентина с нами поделилась вот такими секретами рекрутинга. Валентиночка, как ты на это смотришь? Я видела, что ты есть на планерочке. Может быть, тебя уже и нету, конечно. Вот, да. Поэтому, Леночка, обязательно, обязательно ей передай, хорошо? Валентине Калядиной. 70 баллов? Не знаю, не знаю, Катюша. Да, регистрации понятно, что больше, но активных 14. Да, Леночка, передай, пожалуйста, Валентине. Катюш, с тобой посмотрим обязательно. Поставь мне, пожалуйста, плюсик в личку. Поставь мне, пожалуйста, плюсик в личку. Мы все пересчитаем, если что-то не так. Вот. И, конечно же, первое место Калядина Валентина. 14 регистраций, прирост по структуре 196 баллов на новых регистрациях. Вероника Брицкая. Девочки, все, кто вписывался, мы всех сосчитали. Может быть, вы не своевременно вписались в табличку? Потому что все, кто вписывался, мы прям всех вписали. Значит, Вероника Брицкая и Катюша Чедуева. Давайте будем выяснять, потому что это важно. Значит, Вероника, Аллочка, так, Катюша, напиши еще раз, и Вероника свои суммы напиши. Так, Вероника 176 и 5. Угу. Так, Вероника 176 и 5, и Катюша 70 с чем-то было, да? 70 с чем-то. Вот, мы это обязательно выясним, что не так. Ну что ж, смотрим. Второе место. 70 баллов по регам и 100 личных. Личные, Катюша, баллы тут не считаются. Тут именно рекрутинг. Именно только твой рекрутинг. Да, то есть 70 баллов у тебя было по приросту по новым новичкам. Да? Лично по твоим регистрациям. Это сильно. Ты огромная молодец.
Будем смотреть. Итак, значит, первое место, Валентиночка, еще раз тебя поздравляю. А второе место, как вы видите, с мизерным разрывом. Вообще, вот прям, считайте, 6 каких-то баллов, да, каких-то 6 баллов. И второе место занимает Лукьянова Марина. У нее 9 регистраций, вот, набрано, и баллов 191. Приз 2000 рублей на регистрационный номер. Банман Марина, 10 регистраций, баллов 176, приз 2000 рублей. Вот, Любочка, огромная молодец. Да, тебе чуть-чуть не хватило, да, тоже до 6 места. Вот, далее, значит, Гасанова Алла, 12 регистраций, набрано баллов 173,89. Сейчас перед вами лучшие из лучших. Лучшие из лучших участников марафона. Муратчина Оксана, 5 регистраций, набрано баллов 67,31. Да, тоже приз 2000 рублей на номер. Итак, и Подзолкина Ирина, 2 регистрации, набрано 59,8 баллов, приз 2000 рублей. А пока что под вопросом, для того, чтобы никому не было обидно, мы сейчас, девочки, идем и после вебинара перепроверяем Веронику Брицкую и Катюшу Чедуеву обязательно. Пока мы это все не перепроверим, окончательные вердикты с последним местом, с 6-м, мы вынести не сможем. Хорошо, вы войдете в положение, вы на нас не обидитесь, мы будем перепроверять. Ну что ж, Валентина Калядина, скажи, пожалуйста, дорогая наша, что ты решила? Ты хочешь 10 тысяч на свой регистрационный номер или ты хочешь 10 тысяч потратить на рекламу, которую настроит тебе Антон Кононов? Главный приз – это реклама или 10 тысяч рублей? Тишина. Да, справедливо. Да, ну все, главное, чтобы на меня никто не обиделся. Вероника Брицкая и Катюша Чедуева. Калядина Валентина у нас на вебинаре. Нет, Валентина пусть сама решит. Она лежит. Поднимай ее, Лена. Валентина Калядина выбрала рекламу. Валентин, ты огромная молодец, потому что мы сегодня с Антоном сидели и думали, если Валентина выберет деньги, то это будет не так дальновидно, как если бы она выбрала рекламу. Да? Интересно, куда вложит Валентина свои ресурсы? Валентин, ну 100%, огромный молодец, это правильный выбор. Поздравляю тебя. И, конечно же, Антон сегодня тебе напишет обязательно фотографию в личку всех победителей, пожалуйста, мне вышлите. Да? Она сразу так решила, огромная умница. Для нас это, конечно, до сегодняшнего момента было сюрпризом. Но новый марафон по рекрутингу мы решили объявить. По нему мы соберемся позже, но немножко поменяем условия, дорогие наши. Скажите, пожалуйста, понравился ли он вам? Потому что, в принципе, мы старались быть круглосуточно рядом с вами и отвечать на все ваши вопросы. Давайте еще. Ну что ж, посмотрим, посмотрим, да. То есть, ну что ж, Валентина, я думаю, нам расскажет, как она порекрутировала, когда отойдет от радости, и также расскажет, какие результаты ей принесла платная реклама в директе от настройки от Антохи Кононова, моего мужа, да, кто не знает. Вот, ну что ж, огромные все молодцы, марафон по рекрутингу прошел на ура, я очень довольна результатами, да, ну, конечно, честно скажу, тот, кто раньше не рос, ждал волшебную кнопку, тот и там сидел, также ждал волшебную кнопку, я надеюсь, что многих сегодня разбудила Марина Марчук,
да, то есть моя прям, я не знаю, я ее очень люблю, Мариночку, да, и вы знаете, когда я с ней первый раз познакомилась, я, когда мы уже с ней расходились, я смотрела ей вслед, и знаете, мой первый вердикт о ней – ураган, да, вот ураган счастья, ураган силы, ураган позитива, но это ураган. Да, потому что Марина это просто супер. Вот вы понимаете, с ней даже просто общаешься, и вот такое ощущение, когда от нее отходишь, что ты как будто летаешь. Да, и я себя даже, знаете, первый раз мы с ней пообщались на Украине, на слете, мы с ней просто посидели, кофейку попили, поболтали. У меня такое чувство было, что я энергетический вампир, что я у нее энергию своровала. А в ней, наверное, столько много энергии, что она вот делится, делится и делится, да? Нет, Марина не в нашем проекте, но мы с ней просто тесно дружим. И она девчонкам с Украины даже проводила тренинг, как она работает. Все рассказывала. Вот Анюта Атамась была, Оксана Рощак, Катюша Каташинская. Ой, много там кто был, да, у нас было человек, по-моему, 30, если не меньше, да, Ириночка Сигида, вот, сейчас, если честно, не всех не упомним, вот, мурашки целый день, да, на самом деле, вот с Мариной мы очень тесно дружим, и Эркина я очень люблю, Арбачаева, никогда не пропускайте его вебинары, никогда не пропускайте его тренинги, к Эркину, вы знаете, если честно, я не смогла. Он недавно приезжал в Киров, я уже не смогла туда попасть. За 1,5 недели до мероприятия я не смогла попасть к Эркину Ирбачаеву. Вот как он востребован как спикер. Поэтому, конечно, старайтесь. Скоро будет, по-моему, в Белоруссии Эркин. Обязательно разбирайте билеты. Обязательно. Это мой вам совет. Обязательно. Рекламу, да? Все, хорошо, Валентиночку, мы дождались по рекламе. Итак, дорогая команда моя, любимая, самая классная, сердечное спасибо вам за такой огромный рост, за прям реально растрогали меня до слез, потому что так счастливо, прям на крыльях я бываю очень редко. И, конечно, очень приятно, что с большинством лидеров по открытым званиям мы виделись, мы встречались вживую, и еще раз хочется увидеться, еще раз хочется встретиться, конечно же, кто летит в Турцию за наш счет, за свой счет, я буду безумно рада видеть каждого. А все вы знаете, что вчера мы на планерке объявили по Турции, объявили всем, что поехать может любой, даже если вы не выполнили условия, вы можете поехать с нами за наш счет. Но бронирование будет у нас с вами осталось 2 недели. У кого есть загранпаспорта, кто хочет ехать в Турцию, срочно пишите своим директорам, вас добавят в чат по Турции, срочно сканируйте все свои документы и так далее, вот, все свои загранки, и прям срочно, срочно, срочно. Это прям как пить дать. И также, конечно же, хочется сказать, что много по структуре лидеров с Кировской области, с Новгородской области, с Казани и так далее, и так далее. Я провожу форум, я провожу своими силами форум, я не знаю, что получится, но я все равно. Но даже если я опозорюсь, так как это первый раз, потому что я очень переживаю, ни разу такое крутое мероприятие самостоятельно не организовывала, я все равно вас приглашаю. Будем позориться вместе, если что. Вот, всех обязательно приглашаю 6 мая. Вот, подберу вам гостиницу прямо рядом с нашим домом. Познакомлю вас со своими детьми. А это город Киров. Город Киров, Кировская область, девочки. 6 мая. 6 мая. Я буду очень стараться, я буду надеяться, что у меня получится. Вот. Я вложу все свои силы, но так как все-таки я чистой воды интернетчик, я не знаю, что будет. Я так переживаю. Ну, конечно, если ко мне приедут директора, то я их награжу, ну, не знаю, может быть, по 10 минут с вас на сцене рассказать свою историю успеха, да, вот какие-то ключевые моменты выделить. Но я буду очень ждать всех, да, обязательно повестите всю свою структуру, конечно же, будут призы, розыгрыши, главные призы, это все будет. А вход я сделала дешевый 500 рублей, я смотрю, в других чатах делают 1,5-2 тысячи вход, я не стала делать такой дорогой вход, вот, и как бы вначале мы будем с вами все поздравляться, вот, а потом уже я проведу тренинг, и может быть, 50 на 50 еще прилетит Коля Андрейка.
Коля Андрейка, бронировать можно ко мне в личку прямо писать, можно бронироваться уже начинать, да. Вот, приедет Коля Андрейка, и это, конечно, самое крутое. Поэтому в конце марафона, не марафона, а в конце форума, если так его можно назвать, да, нашей встречи, мы еще будем проводить тренинг, и обязательно этот тренинг будет проходить полчаса от меня и полчаса от Коли, или час от меня, да, если Коля приедет или не приедет, мы не знаем. И плюс ко всему прочему, потом еще мы уделим с вами примерно час именно на живой вопрос-ответ, да, то есть я буду сидеть перед вами, и вы будете меня терзать вопросами. Это я люблю, вы знаете. Тут, конечно, эту часть я проведу идеально. Марафон, Олечка, ну, примерно часов 5. Примерно часов 5 будет марафон. Да, примерно с 11, может быть, с 12, не знаю, как бы. Ну, вот как захотите. У меня даже будет личный парикмахер, который будет рада вас принять у меня дома, так как она ко мне придет делать прически, да, кто приедет. Все ко мне просто приходят домой из гостиницы, и всех она под одну гребенку делает красивыми. Да, вопрос с парикмахером решен. Поэтому за это не переживайте. Девчонка просто великолепная. Она хоть, ну как вам сказать, она нас не бросит. Да, то есть она еще и такая, как сказать, уже больше, наверное, не парикмахер, а больше подруга. Не могу сказать. Спикеры будет выступать очень классная девчонка. Вместо Ильи Петрова, да, фотографом будет Анюта Петрова, видеографом будет Илья Коновалов, все вы их знаете, я думаю, что Илья Петров тоже посетит наше мероприятие, вот, поэтому профессиональные фотографии бесплатно всем с Яндекс.Диска в чат для присутствующих я сброшу обязательно. Запишите дату себе, 6 мая, вход 500 рублей, приезжайте все с гостиницы, я вам помогу, прям рядом со своим домом сниму гостиницу, чтобы вы ко мне и в гости ходили, чтобы мы вместе с вами гуляли. Там как раз недалеко есть классные комплексные обеды, но я думаю, что и у меня можно будет пообедать. Вот. Поэтому, да, будем с вами все вместе. Будьте ко мне бегать на завтрак, на обед, на ужин. Кто приедет. Ну, конечно, рассмешила, но так-то да, почему бы нет. Вот. Поэтому, да, если, конечно, кто приедет меня поддержать, то знайте, я, наверное, вас вцеплюсь, а потому что переволнуюсь. Вот. Буду стараться, буду организовывать первый раз. Ну, конечно, нужно учиться, потому что старший международный директор – это звание номер один. И, конечно, тушевать перед проведением форума мне, конечно, будет стыдно. Поэтому я возьмусь, а там, что получится, но буду стараться. Поэтому всех зову. Переживаю, конечно, но все равно всех зову. Вот. Ну что ж, всех целую. Прошу помнить всегда, дорогая команда, ваши директора всегда с вами рядом. Не забывайте им писать свои вопросы. А если ваших директоров нет на месте, не забывайте, что у них есть семьи, что у них есть дети, что у них есть дела какие-то, да, и что можно написать вопрос в чат. И ни в коем случае не обижаться на своих дорогих директоров и знать, что у ваших директоров команда уже 300-500 человек, да, поэтому, конечно же, если что-то идет не так, самое главное написать туда, где вам всегда ответят, где вам всегда помогут наши суперактивные звезды, топ-лидеры, которых мы сегодня хвалили в чатах, которые, вот я читаю чат, думаю, сейчас отвечу, и смотрю, угу. Девочки уже отвечают, Леночка Лебедева отвечает, да, то есть, да, не только девчонки, которых я сегодня похвалила, да, то есть директора помогает, и вы огромные молодцы, и знаете, самое главное, что в этом-то и есть сила, когда вас нет на месте, вашей команде всегда помогут, если вы человек отзывчивый, то и вашей команде всегда помогут. В этом наша с вами самая главная сила. Давайте с вами всегда оставаться такими крутыми, такими позитивными, такими болеющими друг за друга, чтобы у нас с вами у всех все было хорошо и все было замечательно. Новый конкурс мы с вами обсудим немножко позже, не на этой планерочке. Ну что ж, всем пока-пока!